Выбирать нового президента россияне будут уже в это воскресенье. Оппозиция считает, что фальсификации на выборах неизбежны, а общественные активисты готовятся стать наблюдателями на участках, чтобы сократить обман избирателей до минимума. Политики полагают, что помехой честному голосованию станет фальсификация в регионах в пользу лидера предвыборной гонки. Потому что это логика фальсификации. Начальство спросит за процент. Губернаторов, мэров спросят за процент. Как обеспечить процент? Дальше идет классический набор технологий. Открепительные, вбросы, переписка протоколов. Это все будет использовано, потому что ни один губернатор не захочет стать крайним, получив, допустим, там самый низкий результат по стране. По данным социологов, около 80% опрошенных россиян полагают, что в выборах победит нынешний премьер-министр Владимир Путин. Директор Левада-центра считает, что это произойдет уже в первом туре. В то же время некоторые политологи ставят прогноз под сомнение. И то, что 80% считают, что второго тура не будет, это совсем не означает, что эти 80%, например, не будут голосовать за оппозиционных кандидатов. Да, большинство людей считает, что второго тура не будет, но это не означает, что его не будет. В Москве для того, чтобы сократить фальсификации, создаются общественные организации. Одна из них – «Гражданин-наблюдатель». В день голосования ее активисты будут мониторить почти треть всех столичных участков. Они также намерены сотрудничать с другими независимыми наблюдателями. Мы хотим создать параллельную центральную избирательную комиссию, которая будет вести подсчет голосов быстрее, чем, собственно, центральная избирательная комиссия. И эти результаты мы будем придавать огласке в наших двух пресс-центрах. У организации около 4000 активистов в Москве и почти столько же в регионах. Они готовы столкнуться с нарушениями и предполагают, что из-за пристального внимания общественников к столичным участкам значительная часть нарушений будет связана с голосованием на дому. В то же время оппозиция уже запланировала масштабную акцию протеста после голосования. NTD, Москва, Россия.